Здравствуйте, господа! Сегодня необычное видео. У нас небольшое мероприятие, и вот на нем повздорили. А как же можно открыть банку консервы? В нашем случае тильку. Не простой открывалкой и не на наждаке, а как-то другим способом. Ну, я пообещал, что открою. Ну что же, не знаю, получится или нет. Посмотрим, как открыть на фрезерном. Вытащил тисочки и посмотрел, что можно прижать вот за нижнюю кромку. Получится или не получится? Смотрите дальше. Как вы понимаете, мы легких путей не ищем. Ну что же, приступим. Стараюсь двигаться потихонечку, потому как снизу, вы видите, придвинуто чуть-чуть за нижнюю кромку. Наш банк прикручен. Как в медицине, не навредить. Надеюсь, помните двигатель-то от стиральной машины. Только бы выдержали нижние, я их чуть-чуть привернул.
Так у фрезерного станка нету автоматической подачи, приходится все делать вручную. И держать камеру, и в то же время протачивать банку. Крутить за необходимые рукоятки. А самое главное, как в медицине, не навредить. А наглости все больше и больше. Хочется быстрее и быстрее. А ведь держится-то кое-как. Даже под фрезой чувствую, баночка немножко продинается. Металл-то чудненький. Даже небольшая вибрация, мне кажется, уже идет. Ну что же, будем сражаться до последнего. Вибрации все больше и больше на банке, потому как металл очень тоненький и прижат он очень слабенько. Но хочу одним проходом пройти. Получится ли нет, посмотрим. Пока идет в штатном режиме. Надеюсь, я этой банкой в лоб не получу. Потому как привернута она очень слабенько. Ставьте ставки, получу в лоб я или нет. Тоже вариант. Бог мой, а по-моему все. Остается только сдуть с банки все ненужное.
и попробовать открыть. Одна сторона провалилась. Боюсь руку порезать. Но мы возьмем инструмент. Как же ее подцепить-то? Утопиться-то? Она утопилась. И все-таки вытащилась. Но часть рыбы оказалась все-таки на станке. Но неаккуратно получилось. Спасибо всем за внимание. Всем пока.